Доброе утро. Еще позавчера на этой самой горке яблоку негде было упасть. Взрослые дети катались и веселились. А сегодня центральная площадь, как и это ледовое сооружение, пустует. Как встретили Новый год югорчане и как провели новогодние праздники? Давайте у них выясним. Собирались с внуками. Проводили всякие игры, аттракционы. Катались с горок. В общем, было очень весело. А какие игры проводили? Ну, у нас игры были разные. Нужно было отрезать снежинку. На снежинке был номер. А это была беспроигрышная лотерея. А потом каждая семья предоставляла свой номер для концерта. Здесь, да, вот здесь были мы. Вообще превосходно. Мне понравилось. Я хоть сдалека, но здесь вообще классно. Не как у нас. А у вас это где? У нас это Чебоксарах, Чувашия. Мы здесь в гостях. Уезжала с ним я, муж, сын. И мы здесь прекрасно отдохнули, на горнолыжном курорте покатались, сын на сноуборде. Все было. С внуками, на лыжах катались, с горках катались. На лыжах катались? Да, да вы что, классно, да, где катались? Мы ездили к внукам. Приобье. Далеко? Приобье. Приобье, отлично. На коньках еще катались. То есть у вас активный такой был? Очень активный. И попили, и погуляли, и покатались. То есть не лежали? Не лежали. Ленивого режима не было? Нет, у нас был все праздники. Активный образ жизни. Как провели новогодние праздники? Хорошо. О, как вы синхронно отвечаете. Вместе, что ли, проводили? Нет. До сих пор. Так, слушайте, что было? Рассказывайте. Было весело. Ну, чем занимались? Или просто сериальчики смотрели, фильмы? Нет, ходили в кино, на горках катались, в банном дворике были. А вы? Ходили в кино, на горках катались. Только в разных городах, да. Серьезно, это где? Кто где был? Я не была. А я тут. И как вы обменивались уже впечатлениями? Да. У кого круче-то получился Новый год? У нее. То есть здесь круче, чем в Тюмени, что ли? Да. А как так получается? Не знаю, в Хантах классно. Замечательно, отдыхали, играли, работали. Кстати, серьезно? Да. Это было хорошо или плохо, как по-вашему? Ну, я работаю всегда с удовольствием, потому что у меня работа любимая. Рассказывала людям интересные вещи, учила интересным вещам. Совмещала это с отдыхом, с семьей. Отлично. Хорошо. Что было у вас? Ходили на елочку. Здесь были? Да. Непосредственно в Новый год прям? Да, час 15 смотрели. Сюда пришли. С внуками, с детьми. Фейерверк смотрели, такой красивый был. Так, а хорошо, это новогодняя ночь, понятно. А дальше все вот эти вот много-много дней? Много-много дней. С внуками отдыхали. Были. Ходили на горки, в Самарово мы живем. Катались там? Катались. Да. Вместе с внуками? Да. Ну, с детьми на горку ездили, в общем-то. Так, еще все только на горку? Ну, здесь, в смысле, по городу, конечно. А чего больше было? Такого спокойного отдыха? Ленивого даже, можно сказать. Ленивого. Да? Весело. А быстро. Что весело? Это как? Погода хорошая, чудесная. Ходили, гуляли, развлекались. Здорово было. Как видите, югорчане провели новогодние праздники бодро, активно и весело. И как следует из известного изречения, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А значит, 19-й будет богат на хорошие события. Пусть все у вас будет хорошо. Доброго утра!